Всем привет, Омск на связи. Начался у нас сезон клубники. Укрываем мы теперь ее вот в таком варианте. Вот, конечно же, посягателей на нашу клубнику — это птицы. Это сорт Александра. Почему о нем говорю? Потому что он самый первый, который поспел в этом сезоне. С 13 июня мы лакомимся этой ягодкой. Собрала самую спелую ягоду сорта Александра. Сейчас буду взвешивать, что мы получим. Что же мы получим? 41 грамм ягодка. Оказалась такая большая, а всего 41 грамм. Попробуем взвесить другую. 36. Посмотрим первый урожай. Каков? 380 грамм. Вот такая маленькая тарелочка. А уже 380 грамм. Вкуснятина. Сейчас разрежем, посмотрим, какая она. Темный-притемный цвет этой ягоды внутри. Смотрите, какая красота. Сочная, переливается. Такая прелесть. Попробуем. Вкуснотища. Вкуснотища. Больше сладости. Присутствует маленькая кислиночка. Вкусная, очень вкусная ягода. Хотела показать вам сорт Фурор еще. Это такая вкуснотища, ребята. Это клубничка нейтрального светового дня. То есть та, которую мы привыкли называть ремонтантной. Это очень вкусно. Обычно ремонтантные сорта очень жесткие. Это мягкая, такая нежнейшая, просто нежность. Такая вкусная, не передать. Почему обращаю внимание на нее, на эту ягодку этого сорта? Потому что реально у меня довольно-таки много ремонтантных сортов. Но эта, она не такая крупная, конечно, как Александра. Сейчас соберем. У меня всего 4 кустика этого Фурора. Вот такая она еще зеленая практически. Только один кустик у меня оказался спелым. И то я его, наверное, рановато сняла. Я вчера снимала с этого куста несколько ягодок. Они были очень вкусные. Она не такая крупная. Грамм 20 будет, наверное, ягодка каждая. Но очень вкусная. В отличие от любого другого сорта нейтрального светового дня, то есть ремонтантного. Нейтральный световой день – это клубничка. Вообще-то плодоносит все лето. Цветет, 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 когда захочет. Непрерывно. Непрерывного цветения и непрерывного плодоношения. Очень вкусно, рекомендую. Его название соответствует его вкусовым качествам. Ну, усы у меня тоже будут. Даже из моих 4 кустиков не так много, но будут. Рассаду будем выращивать. Те сорта, которые еще у нас находятся в цветочном варианте, не накрыты сеткой для того, чтобы их опыляли пчелы. Эта гряда у меня с сортом крапа 10, которые. И еще очень много всяких разных других сортов. Сейчас посмотрим, что тут крапа 10 нам выдает. Крапа 10 нам выдает вот такую красоту. Нужно тоже ее накрывать сетью. Самых 2 первых сорта, которые у меня поспели, из всего наличия более 30 сортов, это Александра и Нанди. Далее пошли сорта. Сейчас посмотрим, какие. Не убираем кирпичи после весенних укрытий, потому что сейчас этими же кирпичами прижимаем сетку. Те сорта, которые на сегодняшний день еще цветут, мы просто не имеем права их накрыть, потому что они должны опылиться пчелами, цветочки. А те, которые сорта у нас уже краснеют, то, конечно, они находятся у нас все под сеткой. Это сорт у нас Альбион.
Вот такая ягодка. Я вчера собирала урожай, поэтому здесь и остаточки ягодок. Это сорт Альбион, он тоже уже поспел. Теперь пора накрывать сорт Азия. Выдает вот такую красоту Азия. Несмотря на то, что морозы ее довольно-таки, видите, она кривоватая. Азию тоже я вчера собрала. Сегодня я вам показываю, да, надо было вчера снимать, а я сегодня. Ну, неважно. Суть моего видео в том, что нужно, конечно же, на своем участке иметь сорта разного срока созревания. Вот сейчас будем накрывать Азию. Мы на своем огороде выращиваем ягодную культуру в двухгодичном цикле, потому что одна годичный цикл клубника у меня идет на усообразование в основном, а двухгодичные на ягоду, потому что сорта, которые у нас высажены осенью поздней, конечно же, не настолько будут плодоносить, насколько это может сделать двухгодичный кустик клубнички. Вот такие способы выращивания клубники у нас практикуются. Одногодичные идут на усообразование, двухгодичные на плодообразование. Вот это кусты уже двулеточки. И, конечно же, они вот такие огромные. Это сорт Верди, кстати. Он, конечно же, не ранний, поздний. Цветоносы еще совсем зеленые, но красивые. И на таких кустах, конечно, у нас тоже стоят дуги, и мы тоже их будем укрывать. Но все равно воробьи не настолько жульничают на двухлетних насаждениях. Здесь у меня и укроп, да, и даже есть вот такая культура, как конопля. Вот такие у нас насаждения. Все, на сегодня все, что я хотела вам рассказать и показать. Довести кое-какую информацию. Всем всего доброго и до новых встреч. Вот такие цветоносики, вот такие ягодки мы еще не будем укрывать. Вот такие, потому что они цветут и ждут, не дождутся, когда прилетят к ним пчелки. Все, на этом всем всего доброго и до новых встреч. Пока!